там на трудотерапии, исправительные работы. Потом проходи. Потом ставишь эту песню, а ну-ка, девушки, а ну, красавицы. Там за авторские права подтянуть могут, да? На ютубе. Ага. Пошли картошку полоть. Ой, господи. У меня такая униформа модная, я как этот сантехник Марио прям. Ты вообще тут картошку наблюдаешь? Я не вижу, видно, не видно там. А как тут что делать? Я тоже, знаешь, честно говоря, в глубоком задуме. Он сказал, где высокая трава, ее рвать, а где низкая, полоть. Давай. Так тут все рвать и полоть. Вернее, где высокая, на. Короче, сейчас все опять не так сделаем, придет материться начнем. Зови деда. Что-то я вообще не понимаю. Я ничего не понимаю, честно. Что тут делать? Сейчас позову. Приехали помощнички. Дед! Дед! Иди показывай, что делать. Мы с вами можем заметить то, что вчера не выдергивайте за уши. Чай допить по-умному. Так ты объясни, да потом придешь, да допьешь. Че ругаешься? Бабу, что его приехали? Вот так вот и все, и приехал. Ну ладно. На. Давай. Солнце светит, негры пашут. Вот такая доля наша. О, и телефон свалился. Телефон свалился. Сейчас я его выключу. Красиво для сравнения, а там некрасиво. Что показываешь? Татьяна Геннадьевна хвастается проделанной работой. За полчаса. Результат и не результат. Это вот я первую грядочку прополола. Протяпала. Татьяна Геннадьевна сказала, что от работы кони дохнут и объявила перекур. Перекур. Если бы 20 мёс, это перекуров, то сколько перекуров было? Ещё завтра будет. Завтра не будет, погода не будет. Люди. Я говорю, не будет, она будет. Мы тебе полполя пропахали, тебе что надо-то? Поле, ага. Полполя. 20 метров всего лишь повыдергивали из 50. Снимай. Это сколько? 45. Там благодарности не будет. 45 это процент за 8 идет. Все, сколько? Это кто? Дружок. Ага. Пирожок. Только хотел свистнуть. Попейте водителя холодный. Там все, в интернете-то ничего не передают. Так, ну все, мы на сегодня закончили, завтра еще продолжим, там он у нас чуть-чуть участочек остался. Ну, в принципе, результат видно. Да? Да, мама? Да-да-да. Пионерский галстук кто-то из зала, ты где его нашла-то? Где платки все висели?
Это вообще-то пионерский галстук. Из береги его. Твоего он ведь одного цвета знамени. Ага. Одного. Ты с каких пор ты комсомолкой стала-то, курьяной? Так. За Ленина, за партию, за комсомол. Чё это ты комсомолкой-то была? Угу. Вот только взносы и платила, и все. Хотела в лес зайти. Мама говорит, не надо, клещей куча. Ну, не надо так не надо. Снимаю видео специально для Данила, потому что он очень любит, когда дождь на даче. Вот это дождливое время. Вот, Данил-то в городе, а я-то на даче. Так, ну что, а на этом мой день заканчивается. Я желаю вам всем приятного вечера, всем пока, а я пошла в баньку. Вот с надписью, стой, с улицы, вот, сфотографируй. Нет, отсюда, с Новым годом. Зачем мне с Новым годом? Новый год огурцы растут. Ага. Это у деда тут личная грядка на подоконнике огурцов. Вон огурец какой вырос. Макс, я не понял, я что, собака? Восьмой. Ты мичуринец, дед?